пойдем. Самолет унесет меня вдаль, но я помню, откуда взлетал. Мы в Белгороде. Налетал! Да-да! Мы не спим, ни хуя. Ты меня испытываешь, я ломаю мобила стены. Знаешь, кровь горячая, что не в рассеянии. Знаешь, в России лучший истерик, и ты была рядом. Она успокоила вся дня. Знай, не проживу без нее ни дня. Она зима была. Спасибо. 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 И вам тоже спасибо. Рифмы в рабство, бит для братства, чек на раз-два, хлеб на масло, музыка в массы, место для баса. Во время тура «Все или ничего» я набил себе новую татуху. Мой город пропитан деньгами, огнями горит у всех мои. Машинка аж об волосы сломалась. Супермен, стальные волосы. Слушай, мне кажется, даже у тебя лучше стало, чем было. Я администратор Икеи, глава горшочек. Если ты смотришь с ума, помни, помни меня, помни, помни меня. Дайте мне поспать. Четыре, по четыре подушки. На машину по четыре подушки. Доброе утро, L1. Идет 172-й день нашего путешествия на Марс. До точки назначения осталось лететь 23 миллиона километров. В поезде, когда едешь в купе вчетвером с Тимуром, жарко так становится. Вчетвером с Тимуром? Дополнительное место за дополнительную плату. Да ладно, рассказывай, ты всю дорогу тут ехал. Меня отказали. Кресло-трансформер. Ура, давай. Пацаны сейчас сразу на чек делают, а мы едем в гостишку давать интервью. Нет. Нет? В смысле? В клубе. В смысле? В 7:20 в клубе. Кто сказал? Я подтверждал. Ну, либо так, либо никак. Я подтверждал. Не подтверждал. Одно издание, да, Ярославское. Вожда Суп называется. Все, что связано со словом «досуг», у меня ассоциируется только с одним изданием. Отменять. Ярославль, мы приехали. L1. Во время вашего сна датчики зафиксировали учащение сердцебиения. Все хорошо? Если ты сходишь с ума, помни, помни меня. Я провоцирую охранников ночного магазина. Посмотрим, кто кого, пусть я худой, а он верзила. Мой океан, это ты. Все, 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 все или ничего. Вот давай еще.
Бау-бау-бау-бау-бау! В Ярославль было жарко! Бау-бау-бау! Любим с братом просто налить себе до краев воды и чокнуться. Спрайт. Братуха. Газированная вода, все, наше все. Старшие братья всю жизнь обижают младших. Но младшие вырастают и становятся сильнее. Потому что они красавчики. И все мозги, вся красота уходит младшим. Потому что первый ребенок в семье — это пробник. Взяли, понюхали и все. А я уже флакон. Я флакон дорогих духов. Без кроссовок, Лёва. Правда? Нет! Нельзя это показывать. Есть. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо! Две компания RL1. Рейс номер один. Разрешите.